И тут по опционалу то же самое, почти то же самое, но есть особенность. Во-первых, мы можем добавить наш товар, кастомный ваш товар, вводим сюда название товара. Кстати говоря, пока мы не ввели ничего, видите, кнопок нету для добавления. Вводим название товара, и уже появилась кнопка. Можем вводить количество, можем не вводить. 5 килограмм, да? Давайте удалим, я вам еще одну штуку покажу. Если мы не введем товар, а введем просто количество, то кнопка не появится, потому что мы не можем добавить пустой товар. Нам нужно обязательно название товара, даже если мы килограммы выберем. Нет, нужно ввести название товара. Сворачиваем. Вот, пожалуйста, мы поводили, выбираем. Здесь категория прочая стоит, но мы должны выбрать. Она выделена. Мы должны выбрать, допустим, молочные продукты, да? Пожалуйста, все прописалось, все мы завели и добавляем товар. Смотрим молочные продукты. Где у нас? Вот. Заходим. И, пожалуйста, товары есть, можем работать. Панель нам уже известна. Также мы можем добавить все эти товары, вообще все товары, которые есть в списке покупок, в избранное. По сердечку кликаем. Информация обновилась, все передалось туда. Также мы можем добавить все товары в шаблон, допустим, во второй шаблон. Передаем. Вот это расшаривание, кнопка, это кнопка с информацией о... В общем, это функционал передачи вашего списка покупок другому пользователю. Допустим, вы собрали, да, дома список покупок, и к тому родственнику или кто-то у вас в семье, кто заедет в магазин, все это купит, вы можете ему передать этот список покупок, и это будет опция доступна в глобальной версии приложения, которая выйдет в октябре. Ну, вот, если мы кликнем сейчас, то выйдет соответствующая информация об этом. И есть еще одна кнопочка тут. Видите, такая чуть выше. Кликаем по ней. В общем, эта опция позволяет просматривать товары не по категориям, а вперемешку. То есть это такой миксер, который позволяет смешивать все товары из разных категорий в одно окно. И если мы посмотрим, тут все наши товары. Можем, ну тут только один функционал, отмечать, что куплены товары. Назад. И также можно все удалить товары из списка покупок. И видите, счетчик наверху обнулился. И также можем добавить его из второго шаблона товары. И, пожалуйста, все добавлено. Для перехода на экран избранных товаров нужно кликнуть по сердечку наверху вот здесь. И загружаются у нас избранные товары.